Ребятишки, что ж вы себя не бережете-то так? Эх, гранатку бы. Ой. Да ладно. Воу-воу-воу-воу-воу. Они в обход, что ли, пошли? Шпаты какие-то супер нагренные. Так и бахнем. Мне кажется, они пошли вот отсюда и пошли вскрывать меченку. Вариант. О! Не спрашивайте, как я узнал что-то. Бля, бот меня прессует, за что? Ой. Здрасте. Здрасте. На первом этаже был, сучка. А я убил на улице чувака. Бля, не убил я. А, или убил. Убил, убил, убил. Но пятого у вас нету, я надеюсь, ребятишки. Чё ж вы себя не бережете-то так? Есть пятый. Еще есть? Где-то там.
уходит тут слева. Кто это? Ходит как бот. А вот справа шифтует не бот. Еще один. Эх, гранатку бы. Ой. Да ладно, спасибо. Не очень-то и хотелось на самом деле. Ушел. Сам просил. Виноват. Кто-то ходит позади меня. Нет, он не ушел обходить, я его убил на углу. Мне нравится, что кто-то ходит за моей спиной. А где у него оружие? Надо проверить, кто там ходит. Блять, чувак, что ли? Неужели там чевок реально? Еще один. Вроде бот сейчас разговаривает. Может, реально бот.
Этого уже бот растеребонькал, блин. Еще хоть за оружие это у него было? По 90 фигня. Да. Я думаю, что все ппшки фигня. Ну вот, кроме тех, что вот ишь по ногам стреляют. Что ж. Кстати, там же какой-то донейшн был на донат пей, да? Что-то было здесь, секундочку. А, нифига себе! Макс, ёлы-палы, 1000 рублей, блин. Ну, за контент. Макс, спасибо большое за большой донат. Спасибо. А! Ротик, пипец тебе, служивый! Спасибо, чатик. Очень приятно. Кажется, здесь что-то случилось, блин. МЛО убил чувака. Но почему-то его не залутал. Вот почему. Серьезно, игра. Как она бросилась, эта граната? What the fuck? Что за бредятина? Вы видели этот бред? Она просто улетела и решила прилететь обратно. Сервер, видимо, залагал в этот момент. Блять, такую катку. Игра, ну как так? Ты серьезно? Ну ё-моё, бля. Ну-ка, покажите мне этот гениальный момент. Вы видели? Она просто ударяется об воздух, блядь. Смотрите. Видите? Ну это лучшая концовка. Лучше нельзя было концовку для ролика придумать. Все еще 2800 поглощено броней. Неплохо. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.